Покрасили вольеры для собак в приюте «Атлант». Владимирский региональный совет сторонников партии «Единая Россия» совместно с региональным отделением «Молодой гвардии» приняли участие в благотворительной акции «Лучший друг». Ее цель – оказать помощь приютам для животных. Мы активно помогаем бездомным животным. До этого мы приезжали в приют «Валента» и в приют в «Сновидцах». Мы не остаемся в стороне. Даже в такое тяжелое время, как сейчас, приезжаем и различными способами помогаем животным. До этого мы привозили корм, а сейчас выкрасили вольеры. Кстати, всего в «Атланте» в настоящее время содержится 206 собак и 186 кошек, рассказала директор приюта для животных. Лариса Гвоздева поблагодарила всех, кто оказывает помощь приюту. Ситуация такова, что у нас большое количество сейчас животных везут и со многих районов, даже с других областей привозят животных, потому что мы стараемся их пристраивать, не вакцинировать, стерилизовать. Вот. И в настоящее время, конечно, необходим ремонт, на что средств, как правило, не хватает, как всегда, в осеннюю пору. Вот. Спасибо, что ребята-волонтеры согласились хотя бы один дворик покрасить. Мы очень им признательны и благодарим их за это. Для нас это большая помощь. В рамках акции «Лучший друг» активисты движения «Молодая гвардия» и регионального совета сторонников партии «Единая Россия» намерены и дальше помогать приютам для животных. Алексей Домнин, 6 канал.